Доброе утро, мои дорогие зрители. Ну что, продолжаем новый проект. Вчера летали 4 истребителя. Я не успела снять. У меня с собой не было телефона. А Оксаночка сняла. Спасибо огромное, Оксана. Круги рисуют. Ну, там сейчас над дорогой пролетать будет. Ну, куда-то дальше улетели. Ну, да, улетели. В сторону Белялса, что ли. Марина наша, Августа Рококо, отдыхает в Турции уже последние денечки. Ой, я им прям завидую. Так хочется куда-то поехать. Утренние красоты. Рано утром, а в той стороне море. Туда мы пойдем. Вот мы идем на рынок. Я и Олег, остальные на пляже. Валяются им ни до чего. Да, бездельники. А мы, ребят, такие шустрые, собрались и поперлись. Ну, что показать. Вот такая она наша минута счастья. Когда ты на отдыхе и балдеешь. Любаш, тебе привет. Гуляем, короче. Мой любимый салат, а называется он Семис. 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 Я обожаю этот салат. Самая прелесть просто. Какая красота. Скажите, это редиска или редька? Сереж, мы не знаем, а вот что это. Маленькая. А вот это большая, а есть маленькая такая. Это не то? Видеосъемка для тебя. Посмотри, Олег, тут тебе вот это редиска. Как ты был бы рад, но я не повезу же тебе редиску такую. Хотя, конечно, это по приколу, но она завянет, пока я буду ехать домой. Бомба редиска. Бомба. Золотой лотос. А мой... Я потерялся. И я. А эти видео мне прислала Ирочка из Сочи, у которой я в марте была в гостях. Ой, так захотелось в Сочи сразу. Спасибо, Иринка. Только телефон держи горизонтально. Любанька, ну вот тебе вид из окна. Конечно, солнышко светит, может быть, не очень видно. Но вон море, посмотри, какое лежачее. Все такое вот аккуратненько. Яхточки уже ходят. У нас, видишь, какая буйная зелень во дворе. Вот и вид другая сторона моря. Все зеленью заросло. Вот такая вот красота с балкончика. Вся наша стоянка, пальмы под окном. Все такое еще свеженькое. Конечно, еще не август. Вот подъем к нам со двора. Ну,
Вот так вот и живем. С другой стороны сейчас покажу. Любаня, вот вторая сторона медали. Посмотри, какие у нас тут джунгли. Наши елки с белками, на которые Люся реагирует. А вот внизу, вот это инжир такой огромный. Внизу он там гортензия. Суховато, конечно, но ничего не сделаешь. И вот тоже инжир уже подбирается прямо под окна. И дальше. Вот такая вот красота. А вон небушка. Так что вот. А вон мой сад-огород, Любаша. С цветочками. Мои орхи вот распускаются. А наверху морковка. Орхоморковка. И здесь тоже, посмотри. А это мы на даче уже насобирали молодые яблочки. Так что вот такие вот дела. Вспоминай квартирку. Вспоминай. Вот так, Любаша. Лежбище. А вот спальня моя тоже. Тоже мои орхушки, посмотри, какие хорошенькие. Даже цветут у меня тут мои орхи. А вот тебе и спальня вид. Во, морюшка. Ну, давай, целую. Не знаю, понравилось, не понравилось. Пойду на море еще сниму. В прошлом видео я вам показывала торты, которые делает Наташа. А Леночка мне, которая мне присылает эти фотографии, прислала еще и цветы, и букеты, которые она делает, Наташа, из сахарной мастики. Боже мой, я прям своим глазам не верю, а? Вы посмотрите, какая красота! Господи, у людей руки, ну, просто не золотые. Бриллиантовые. Ну, правда же красота. Ой, мне кажется, это даже и в руки взять страшно, правда? А может, их и не берут в руки? Я не представляю, Господи, такая прям нежность, такая красота. Ой. Спасибо, Леночка, спасибо, что прислала такие фотографии. Ну, а на этом я это видео заканчиваю и жду новых видео от вас. Спасибо всем, кто посмотрел.